Не вижу, что он и, там, поменялся по отношению к команде или по настроению. Все как работали мы 2 года назад с ним, когда он возглавил, и так как и сейчас мы также работаем. И, возможно, да, сейчас не те результаты, и та критика, которая в интернете, действительно, она влияет очень сильно на настроение. На Станиславича тоже это влияет, ему обидно, возможно, неприятно это все читать, когда после каждой игры его увольняют. Ну, все игроки за тренеры, все, поэтому я думаю, все наладится у нас. И болельщики будут, мы будем болельщиков радовать игрой, и они будут ходить на стадион.